Хорошо. Друзья, внимание, присягните мне присядьте, потому что сейчас я хочу открыть вам важный секрет. На самом деле, вашего выпускного могло бы не быть, потому что у всех у вас большое количество телефонов, у родителей телефоны. И кто мне скажет, если ваш телефон подвергнется излучению другой планеты, в кого он может превратиться? Он может превратиться в кого-то злого, кто может нам помешать. Как зовут злого, кто может сделаться из телефона? Как зовут самого злого робота на свете? Десептикон. Так вот, друзья, на самом деле прошла информация, что где-то здесь рядом есть скопление десептиконов. Так вот, внимание, десептиконы могли сорвать наш выпускной. Сейчас, пожалуйста, крепко присядьте, приклейтесь попой, пристегните ремень безопасности и будьте внимательны. Я пригласил главного бойца с десептиконами. Того, кто знает долг и сможет нас защитить. Как вы думаете, кто это? Кто? Я не слышу, кто это? Оптимус Прайм! Встречайте здесь! Оптимус Прайм! Оптимус! Отлично! Оптимус Прайм, я тебя приветствую! Сегодня здесь, вот у этих юных и детских, настоящий выпуск про взрослую жизнь, потому что сейчас, вот с этого момента, как ты появился, они из маленьких школьников стали реально взрослыми людьми. Скажи мне, что тебя привело на нашу голубую планету? Внимание! Друзья, что-то еще сегодня привело здесь десептиконы, что-то еще привело тебя, Оптимус? На самом деле, я привел сюда, чтобы научить каждого из вас обороняться. Вы станете секретными агентами автоботов и представителями нас здесь, на Земле. Друзья, внимание! Прежде чем мы начнем, вам нужно занять самое главное место. Это сесть вот здесь все на лавочку. Вот здесь садимся, приклеиваемся, пристегаем ремни безопасности. Поплотнее, поплотнее. Быстрее, быстрее. Сдвиньте вот ту скамейку еще поближе, парни. Хорошо. Друзья, ну и сейчас поднимите те, у кого вообще есть телефон. Опустите. Родители, поднимите, у кого из вас есть телефон. Поднимите две руки, у кого два телефона есть. Так вот, внимание. Десептиконы прячутся в телефонах. И сейчас, если на тебе кепка, снимай кепку. Если у тебя штаны, приподними чуть-чуть штаны. Закатай рукава, расстегни немножко курточку. Приготовься к сканированию на десептиконов. Когда я скажу вдохнуть и не дышать, как на рентгене. Вдохните и не дышите. Оптимус, ты готов просканировать всех? Внимание! Тогда начинаем сканирование. Вдохнули и не дышим. Не дышим. Дышим. Оптимус, скажи мне результаты сканирования. Что мы будем делать дальше? На самом деле, десептиконы здесь не обнаружены. Хотя, вот этот парень вызывает меня подозрение. Тихо, сели, присаживайся. Какой парень? Вот этот парень? Пойдем разберемся с тобой. Как тебя зовут? Егор, повернись ко всем. Подними руку вверх и попрощайся со всеми. Потому что если ты внушаешь Оптимусу Прайму подозрение,
Боюсь, ты можешь этого не пережить. Ну что же, скажи мне, что ты любишь в себе больше, голову или ноги? Что ты готов пожертвовать, головой или ногами? Ногами? А может быть тем, что между головой и ногами? Все-таки ногами. Тогда, внимание, зажимай между ног. Внимание. Готов. И мы сейчас проверим тебя, работает ли лазерная пушка Оптимуса Прайма. Я боюсь, что если что-то пойдет не так, еще раз подними руку вверх. Попрощайся с одноклассниками, это твой последний выпускной, Егор. Готов? Вдохни. Сожми немножко шарик. Сожми ногами, сожми. Раз, два, проверяем. Есть! Отлично! Ты не заикаешься, нет? Нет. А, хорошо, мы теперь присаживаемся, теперь принижаем подозрение. Ну а теперь внимание. Поднимите руки те, кто хоть раз в жизни за 4 года школы ходил с синяком под глазом. Держите, держите. Опустите. А есть такие, кто отличился и ходил с двумя синяками под обоими глазами сразу? Точно? Выходи-ка сюда. Выходи-ка сюда. Выходи-ка сюда, выходи-ка. Из девчонок никто с синяками не ходил? Выходите вдвоем и выходи ко мне сюда. Внимание! Сейчас мы вас научим думать наперед, и не поучастники берем, берем и берем, встаем в линию, и сейчас проверим все ли у вас честно. Отлично! Подняли высоко над головой и сжали двумя руками. Вот так. Отлично. В линию, плечом к плечу, чтобы все было красиво. Я знаю, мне тоже. У меня со спины Оптимус Прайм стоит. Вы слышите, что он радиоактивный, очень страшно. Повыше, 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 повыше. И сжали шарик двумя руками. Ну что, проверим. Метки или Оптимус Прайм, ты же выше, 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 выше. Внимание! Вдохнули, не дышим. Поехали! Тихо, испугалась. Есть! Держим, понеслась. Есть! 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 Аплодисменты, браво! Ну а теперь, внимание, присаживайтесь. И вопрос на честность. Я хочу проверить вас на честность, пока у меня есть Оптимус Прайм и его лазерная пушка. Поднимите руки те, кто учится на одни пятерки. Есть такие у вас? Выше, выше, выше. Повыше, не бойся. А теперь только честный вопрос к отличникам. Значит, держи. Вы хоть раз в жизни у кого-нибудь что-нибудь списывали? Нет! Списывала, да? Выходи ко мне, я хочу с тобой разобраться. Выходи. Выходи. Точно не списывал ни у кого? Тогда, внимание, проверим нашу отличницу на честность. Не волнуйся. Что тебе не страшно, потерять ноги или голову? Ноги. Ну ладно, тогда держи. И не бойся. Я думаю, что Оптимус Прайм меткий. Держи, 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 держи. Зажимай, 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 готовы? Сейчас мы отучим тебя списывать, поехали! Есть, yes! Отлично! Дыши, дыши. А теперь внимание, кто учится на 4 и 5? Спрашиваю только девчонок. Девчонки, да Никит. Мне кажется, он еще не определился, кто он. Девчонки, кто списывал хоть раз? Поднимите руки вверх. Только честно. Правда? Не стыдно? Отлично. А кто не списывал ни разу? А остальные-то что делали тогда? Итак, кто списывал, только честно? Выходи ко мне сюда, выходи. Да, выходи. Так, и выходи ко мне. Сейчас мы отучим вас списывать и думать своей головой. Повыше подняли над головой. Повыше, повыше. Вот так, держи, чтобы все было аккуратно. Зажимай его между руками, зажимай, зажимай. Поехали, Оптимус Прайм! Есть! И теперь... Есть у нас человек, который не знает, куда попал. Сейчас ему быстренько покажем, что он здесь, на самом настоящем эпичном выпускном. Ну что же, представьтесь, как вас зовут? Сергей. Мальчик Сережа. Попал ты, Сережа.
Сереже не жалко то, что между ногами и головой. Не вопрос. Сергей, ну что же, вставай вот сюда, сейчас мы проверим тебя на прочность. Готов, вставай вот здесь. Вдохни и не дыши. Аплодисменты Сереже! Поехали! Yes, красота! Спасибо, Сергей. Друзья, внимание. Поднимите руки те, кто хочет стать звездой. Звездой своей школы, звездой Инстаграма, звездой Ютуба, звездой экрана, просто звездой. А кто хочет стать звездой, даже не вставая со скамейки? Халява, друзья. Сейчас Optimus Prime всех вас сделает звездами. У нас есть настоящее боевое оружие, пушка, которая стреляет звездной пылью. Ваша задача – поймать звездный выстрел. Поэтому приклеились попами быстрее к скамейке. Подняли руки вверх, и задача поймать звездный выстрел. Понеслось! Эй! И туда! Еще! Отлично! Хорошо! Внимание! Стоп! Оптимус, на самом деле... Звездами хотят стать самые скромные, которые стоят сзади и прикрылись телефоном. Поэтому сейчас мы проверим твою звездную пушку на дальнобойность. Посмотрим, развеют ли она их волосы и мечты о звездности. Подняли руки повыше и проверим, долетит ли это до родителей. Готовы? Поехали! Ну-ка, yes! А вот туда, вот у него, для мальчика. Есть! А еще вот нас руководитель, да? Стоп! Еще один выстрел, заряжаем еще один зал. Быстрее присаживаемся, ребят, присаживаемся. И теперь внимание. Я попрошу вас крепко держать себя, приклейте себя к скамейке. Держитесь крепко за скамейку руками, вцепитесь в скамейку. И есть две звезды, которые еще не получили свое признание. Стоят вот там в уголочке. Одна звезда без одного луча. У тебя всего одна рука, чтобы поймать свой звездный час, а у вас две руки. Готовы, не мешаем. Добьет ли Optimus Prime? Добьет или нет? Опустили руки, поехали, поразите на бой! Ну-ка, есть! И второй! Есть! Отлично! Ну а теперь, кому еще выстрел звездной пушки? Сиди, поехали! Последний залп пушки, и я хочу, пока у нас есть Optimus Prime и настоящая звездная пыль, звездная пушка, сделать одного человека, ну просто самым звездным, классным руководителем 14-го лицея. Я прошу вас встать и выйти вот сюда, прямо в уголочек, сделаем вас звездой сегодня быстро. Вот сюда, подвиньте стороны, вставайте руки пошире, не садитесь, вы стоите, звездой надо стоять стоя, руки пошире. Optimus Prime, сделай классного руководителя звездой. Поехали! Еще! Есть! Отлично! Аплодисменты самым звездным классного руководителя. Ну и теперь, кто из вас ответит мне, какое главное оружие Оптимуса Прайма? Нет, еще. Меч, совершенно верно. Меч, которым он сверх Мегатрона. Так вот, друзья, вы все принимаетесь в отряд автоботов и пока что на вас смотрят и убирают. Мы начинаем тренировочный лагерь, я подойду к каждому, возьми себе тренировочный меч. Разбираем аккуратно тренировочные мечи, иду дальше. Хорошо, еще. Подняли мечи вверх. Я попрошу дать освещение в зал, чтобы все было честно. Optimus Prime включает свои сканеры. Тихо. Подняли меч вверх. Все взяли. Хорошо. И теперь внимание. Ребят, можно не садиться, встали на своих местах. Делаем меч в одну сторону, в другую сторону, назад и вперед. Мечи в землю, вот так вниз. И... мы начинаем виртуозное владение мечом. Держимся за один край, за один, не за середину. Двумя руками. И задача
Научиться тренировочным мечом владеть настолько виртуозно, что вам ничего не будет страшно. Задание для всех первое. Приготовить мечи вверх. Защекотать парней! Поехали! Защекотать девчонок! Защекотать Оптимуса Грамма! Девчонок! Подняли мечи вверх. Готовы. А теперь нужно научиться владеть мечом настолько виртуозно, чтобы превратить его в копье. Взяли за середину меча. И вы как-никак 14-й лицей. Поэтому я хочу, чтобы у каждого это получилось. Задача хотя бы с одного шага, хоть вплотную, попасть копьем обратно в корзину. Готовы? Приступаем к копью в центр, чтобы все попали. Все. Так, кто-то с двух шагов не попал. Еще. Бывает. Хорошо. Огнус, твоя молодчина. Ну и теперь. Давай сюда. Да, бывает. Все. Ребят, быстрее присаживаемся, пристегнули ремни. И сейчас открою вам главный важный секрет. Последний этап школы юного агента автоботов на Земле – это маскировка. Если вы встретитесь с Десептиконом, и он узнает, что вы человек, вы ему не страшны, потому что Десептикон сделан из железа, а вы сделаны из мяса. Так вот, нужно вести Десептикона в замешательство, чтобы он думал, что перед ним истинный автобот. И мы отличаемся тем, что мы не умеем двигаться как автоботы. Поэтому сейчас главный и решающий экзамен – это маскировка и умение двигаться как Оптимус Прайм. Поэтому встаем со своих мест, руки вперед, стороны. И если вы кому-то задеваете по лицу, аккуратно вращаемся и расходимся пошире в шахматном порядке, чтобы всем хватило места. Оптимус пару шагов назад, чтобы всем было видно. И замерли. Три шага назад. Раз, два, три. И теперь внимание. Вам нужно будет скопировать движение Оптимуса Прайма 100%. Оптимус Прайм включает свои сканеры и выбирает тех, кто достоин стать представителями автоботов на Земле. Готовы? Вдохнули. Выдохнули. Мы начинаем завершающий экзамен маскировка. Глаза вниз. Скопировали все движения Оптимуса Прайма. Мы начинаем через 5, 4, 3, 2, 1. We'll be right back.
Чарли. И теперь, уважаемые представители автоботов, а точнее кандидаты-представители, вы закончили последний экзамен. Если вы пройдете его, и Оптимус Прайм возьмет вас в свой отряд, можете радоваться. Если нет, то стойко примите отказ. Оптимус Прайм, что говорят твои сканеры, что ты скажешь? Друзья, аплодисменты есть! Ну а теперь самое главное. Поскольку вы теперь с автоботами заодно, вы можете стать одной командой. Я попрошу собраться вас слева и справа от Оптимуса Прайма. Тихо, пока не путаемся под ногами, аккуратно, а то раздавит. Внимание! Слева и справа собираемся, сзади не прячемся, чтобы все было видно, весь отряд. Уважаемые родители, готовьте ваши телефоны, ваши фотоаппараты для того, чтобы запечатлеть этот исторический момент. Команда автоботов на земле. Друзья, ну и внимание. Оптимус Прайм, включай свои сканеры, мы научим тебя самому крутому движению земли. Мы сделаем сейчас все тэп влево. Влево это туда. Готовы? Оптимус Прайм, повторяй за нами движение. Приготовились? Тогда сейчас в ту сторону. На цифру 4. Ноги пошли. Не все сделали. Теперь вправо. Готовы? Вправо приготовились. Внимание, можно в тишине. Поехали! Молодцы! Ну и теперь сложили руки на груди. Одну ногу вперед и сделали самую пафосную стойку. И теперь все представители автоботов на земле вдохнули и не дышим. Пропитались этим моментом триумфа, дышим. Опять вдохнули и не дышим. Дышим. Внимание. Ну и сейчас я попрошу вас, уважаемые автоботы земли, занять свои места здесь. И приглашаю тех, кто будет помогать автоботам. Группа поддержки родителей, вставайте рядом с Оптимусом Праймом. Вставайте, 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 вставайте. Кто мечтал обнять истинного воина галактики? Ближе, ближе, девчонки, чего вы стесняетесь-то? Настоящий мужчина с другой планеты. Можно потрогать его, он радиоактивный. Аккуратно. Внимание. Уважаемые родители, возьмите телефон у родителей, чтобы они не получили облучение. Готовы? Родители, вдохните, сделайте руки на груди красиво. Как хотите, можно так. Вдохните и не дышите. Фотографируем быстрее, пока они ничего не поняли. Быстрее, 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 быстрее. Дышим. А теперь внимание, родители, вы же современные. Вы на одной волне с выпускниками. Поэтому тэп влево в ту сторону. Оптимус Прайм готов. Вместе с родителями на цифру 4 приготовились. Поехали! 1, 2, 3! Отлично. Ну а теперь, родители, присаживайтесь. Уважаемые выпускники, присаживайтесь. Поднимаем руки вверх. Прощаемся с Оптимусом Праймом. До свидания! Я родитель пятерочку Оптимус. Спасибо! Тяжело быть Оптимусом Праймом. Друзья, ну а теперь внимание, быстрее присаживаемся за столы. Быстрее, 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 быстрее. Там один вопрос, и я хочу услышать на него правильный ответ. Уважаемые родители, на самом деле связь с Оптимусом Праймом держит всего одна организация города Владимира. Это агентство «Дари поступок». И их визитные карточки вы можете, сможете взять вот здесь, на столе раздачи. Именно они смогут дозвониться до Оптимуса Прайма и пригласить его к вам, когда вам будет удобно. Ну а теперь вопрос к выпускникам. Как вам Оптимус Прайм? Круто! Внимание! Ну и сейчас...